Более 60 тысяч самарцев с начала года обратились в прокуратуру города с различными заявлениями. Шестая часть обращений приходится на железнодорожный район, где в этот раз исполняющий обязанности прокурора города Сергей Аксенов проводит личный прием граждан. Такие встречи с жителями обычно длятся около 2 часов и проводятся ежемесячно в каждом районе города. Люди приходят с разными проблемами, чаще всего в социальной сфере и ЖКХ. На этот раз жители железнодорожного района попросили разобраться с отловом уличных собак, правом собственности на нежилые постройки, бездействием судебных приставов. Если вопрос не касается компетенции надзорных органов, гражданам подсказывают, куда лучше обратиться. Люди, скажем так, доверяют органам прокуратуры, а зачастую не знают непосредственно, куда обратиться. Поэтому они в первую очередь не только для решения проблемы обращаются, а непосредственно, чтобы их сориентировать в тот компетентный орган, который они могут направить соответствующее заявление.